Всем доброго времени суток. Я приветствую вас на канале Око Таро. Меня зовут Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 14 по 20 сентября, включительно для знака Зодиака Телец. Уважаемые тельцы, напоминаю, что гадание имеет общий характер. Оно подойдет как мужчинам, так и женщинам, поэтому я вас всех приглашаю к своему столу. И одиноких, и тех, кто в свободном поиске, тоже это касается, вам тоже подойдет этот прогноз. Все, что требуется от вас, это максимальное внутреннее спокойствие. Только в таком состоянии любую информацию вы сможете правильно воспринимать и правильно анализировать. Сейчас по традиции вы можете загадать картам один вопрос желания. Думая о своем вопросе, обязательно устанавливайте время для того, чтобы вы понимали, когда ваше желание для вас проиграется или не проиграется. Карта, оставшаяся на самом дне колоды, и будет являться ответом на ваш вопрос, да или нет. Так как расклад все-таки общий, вы должны понимать, что для всех одинаково проиграться он не может. Сколько людей, столько судеб. По каждой карте я даю максимальное количество значений, а вы для себя берете только то, что подходит под вашу личную ситуацию. Этот таро-прогноз вы можете смотреть как по своему основному знаку зодиака, так же и по асценденту. И то, и другое правильно. Колода почти готова. Подумайте еще немножечко о своем желании, и мы с вами приступаем. Уважаемые тельцы, все карты вашего расклада перед вами, и я приступаю к его чтению. Ваша первая карта – это троечка пентаклей. Карта неплохая. Она говорит прежде всего о том, что ваши мысли сосредоточены на работе, на делах, на собственном развитии, на вашей карьере. Для тех, кто обучается, вы думаете о образовании. У многих из вас есть возможность по этой карте совмещать и работу, и образование. Вы показаны как люди очень трудолюбивые, старательные. Во многом вы как признанные мастера – в том деле, в котором вы можете заниматься, либо в том хобби, которое вы развиваете. Но карты говорят о том, что вы не готовы останавливаться на достигнутом, и вам всегда хочется чего-то большего. Сама по себе эта карта говорит о том, что к вам идут выгодные предложения по работе, возможность заработка будет. Также те, кто ищет работу, возможность найти что-то то, что будет вам по душе. Эта карта говорит о вашем позитивном настрое, о ваших правильных мыслеформах, о том, что вы уверены и в себе, и в завтрашнем дне. Для тех, у кого ранее были какие-то проблемы со здоровьем, здоровье стабилизируется, приходит в норму. Давайте посмотрим общий фон событий всей этой недели, что входит в вашу жизнь. И здесь мы видим очень горячую карту. Это 5 жезлов. Эта карта говорит о борьбе, о огромной конкуренции. Вокруг вас очень много сплетен и, возможно, тех людей, которые сознательно провоцируют вас на какие-то конфликты. То есть вы можете быть как вынужденно втянуты в какие-то провокации, и вам кому-то приходится отвечать тем же. Да? То есть к вам идут с войной, и вы берете в руки меч и боретесь за какие-то свои права и идеалы. Конечно, карта говорит о том, что вам придется за что-то понервничать. Это с одной стороны. С другой стороны, это здоровая конкуренция, без которой не обойтись. Любая борьба делает нас сильнее. Давайте посмотрим, что ждет наши семейные пары в этом периоде. Для вас выпала карта старшего аркана суда и 10 чаш. Если говорить лично о вас, уважаемые тельцы, вы чувствуете на себе основную ответственность за дом, за семью, за быт, за ваших родных и близких. Сама по себе эта карта предполагает то, что в доме проблемы накопились. Это какие-то родовые проблемы, которые могут затрагивать не только вас с супругой или супругом, но еще и ваших родственников. То есть это могут быть ваши дети, родители, бабушки, дедушки, дяди, тети, кто угодно. Но здесь в вашей душе какие-то противоречия из-за кого-то. Возможно, кто-то нуждается в вашей помощи, и вы эту помощь готовы оказать. Но вполне возможно такое, что в доме, в семье также может кто-то болеть, и снова-таки
основная ответственность на вас, надеяться на вас. Но для некоторых, исключительно для некоторых, эта карта может говорить о каких-то судебных процессах и судебных делах. Все то, что касается бумаг на дом, каких-то важных документов, из-за чего-то вы можете нервничать. С какими-то бумагами у вас что-то может не получаться, и эта карта говорит о том, что лично вам еще предстоит что-то решать. Если говорить о вашей второй половиночке, он или она всем сердцем, всей душой тянется к вам. Я не вижу в этом периоде в вашем доме измен, предательства, я вижу наоборот то, что вы друг к другу тянетесь. Ваша вторая половинка, он или она, будет готов помочь вам, чем только сможет. Но несмотря на то, что в доме есть трудности и проблемы, десятка чаш для многих из вас может говорить о семейных праздниках, чьих-то днях рождениях, юбилеях, может быть, просто будут какие-то встречи с родными и близкими, с теми людьми, которые дороги вашему сердцу, с кем-то у вас приятные беседы и у вас поднимается настроение. Для кого-то эти карты могут говорить о том, что это какой-то крупный внутрисемейный конфликт, но по идее он должен сглаживаться благодаря тому, что вы друг с другом готовы идти на компромисс, то, что касается вашей родни. Даже если вы будете ссориться после каких-то конфликтов, я вижу перемирие. Конечно, в парах есть любовь, есть эмоции, но из-за чего-то на сегодняшний день вы очень страдаете. И вы понимаете, что какие-то дела нельзя переносить на завтра, что-то нужно делать уже сейчас. Но в любом случае, в этом периоде вы однозначно чему-то будете радоваться и свою радость еще разделите с кем-то из родных и близких. Давайте посмотрим, что ждет наших одиноких, свободных тельцов. Для вас выпала карта двойки чаш, карта восьмерки чаш и карта семь мечей. Также есть дополнительная. Две карты чаш говорят о том, что очень много эмоций в вашей жизни, переживаний, также каких-то нервов. Почему происходят переживания? Из-за общения с кем-то вы не находите общего языка, прежде всего с тем человеком, который к вам ближе всего. Возможно, если смотрят меня те тельцы, которые уже с кем-то встречаются, и у вас есть вторая половиночка, он или она, с одной стороны, вот по карте двойки чаш есть какое-то единение душ, желание друг друга слышать. Это карта интима, счастья, желание друг друга видеть, встречи, свидания. Но в конечном итоге по восьмерке чаш я вижу какое-то разочарование. То есть у вас могут быть какие-то встречи, теплые разговоры, но по итогу вы чувствуете, что этот человек до вас в чем-то не дотягивает. И есть желание в своей жизни что-то поменять, в том числе и в личных отношениях. Это могут быть обиды на того партнера, с которым вы сейчас, и нежелание общаться. Если смотрят меня женщины, и вы действительно с кем-то встречаетесь, карты говорят о том, что в вашей жизни рядом с вами есть мужчина очень авторитарный, властный. Для кого-то это человек из дома, из семьи. С одной стороны, этот человек может помогать решать вам какие-то проблемы, с другой стороны, вам очень тяжело с ним общаться. Во внешнем мире у вас очень большая конкуренция, очень много зависти, сплетен и каких-то интриг. Это касается и вашей личной жизни, и рабочей деловой сферы. То, что касается партнерства в работе, тоже есть какие-то разочарования. Ситуация конфликта и на работе. Конфликт может спровоцировать мужское лицо. Если смотрят меня мужчины-тельцы, возможно, вы сами в чем-то готовы расставить точки над «и» и сознательно будете идти с кем-то на выяснение отношений. Но если говорить о женщинах-тельцах, то, может быть, какой-то мужчина выводит вас из вашего равновесия. Кто-то подглядывает, подсматривает за вами, за тем, как вы работаете, что вы делаете, как вы живете, кому-то явно не все равно. Кто-то готов воспользоваться какими-то вашими наработками. Ну и, конечно же, по этой карте рядом с вами есть люди, которые вам явно добра не желают. Это кто-то за вашей спиной. Этих людей вы не видите, но они есть. И это говорит о том, что вы должны быть осторожны со своим ближайшим окружением. Очень много зависти. Если говорить об одиноких женщинах-тельцах, для того, чтобы выживать, вам нужно где-то проявлять мужские черты характера.
Ваши враги явно не хотят себя проявлять. Это какие-то тайные действия, так, чтобы вы о чем-то не догадывались. То, что касается вашей ближайшей родни, здесь тоже вы с кем-то не находите общего языка. Вы чувствуете себя либо как обворованным, непонятым, неуслышанным или неуслышанной. Давайте посмотрим в центр вашего расклада, и здесь мы увидим основные события вашей жизни, также что на вашем сердце, на вашей душе и моменты, важные в работе. Карта мага, старший аркан, говорит о том, что у вас очень большие амбиции. И неважно, кто меня смотрит, свободные тельцы или те, кто в паре, вы хотите в чем-то развиваться. Вы показаны как лидеры по натуре. Вы всегда хотите быть первыми. Вы демонстрируете свои знания, вы привлекаете к себе внимание. По этой карте вы обладаете даром убеждения. Вы умеете манипулировать сознанием других людей. И это то, что действительно вам помогает. Вы показаны как опытный игрок, который умеет планировать, добиваться своих целей во что бы то ни стало. Вы опытный тактик и опытный стратег. Если говорить о женщинах, большое влияние на вашу жизнь имеет все-таки какой-то мужчина. Но этот мужчина где-то немножечко вами также играет и манипулирует. Но и вы сами где-то проявляете мужские черты характера. Вы не привыкли, чтобы над вами доминировали, командовали. Вы личности очень самостоятельные и свободолюбивые. Для своих действий вам нужен простор. По этой карте вы хотите объять необъятное. Почему? Потому что у вас очень много проектов, каких-то действительно важных идей, и вы можете по этой карте не одну идею реализовать в жизнь. Слово «маг» кто знает, как переводится? А переводится оно как «могу», «мочь», «уметь». «Я знаю», «я все сделаю», «я могу». То есть эта карта говорит о вашей уверенности в себе. Для кого-то из вас это новые проекты, связанные с работой, и, возможно, также не один. Вы пытаетесь развивать, может быть, какие-то разные направления. Для кого-то это возможность и учиться, и работать одновременно. Даже для тех, кто в поиске работы и до сих пор вы не работали, эта карта предполагает то, что работу найти вы можете. Но такое впечатление, что кто-то влияет на ваше сознание, либо на ваш выбор. Вы должны действовать самостоятельно и не слушать чьё-то мнение. То, что касается рабочих моментов, что-то здесь у вас начинает развиваться, и это уже неплохо. Очень много в вашей трудовой деятельности также зависит от мужского лица. Для кого-то это мужчина-родственник, возможно, супруг, сын, брат, кто угодно, может быть, у вас семейный бизнес. Но для некоторых из вас эти карты могут говорить о отношениях любовных в деловой сфере. То есть вами кто-то может интересоваться явно. Если говорить о женщинах, может быть, даже кто-то в вас влюблен и проявляет в отношении вас интерес. Я вижу здесь как минимум два мужских лица, которые могут интересоваться женщинами. Один из них через красивые слова и лестные явно вами манипулирует. Если говорить о мужчинах, вы также сами можете быть в кого-то влюблены, но у тех, у кого в чувствах нет никаких обновлений, то, что касается работы, то карты говорят о том, что в работе у вас есть друг, коллега, человек, который заинтересован в том, чтобы вам в чем-то помочь, но у каждого из вас свой взаимный интерес. И я вижу, что вы пытаетесь сознанием этого человека манипулировать, вы ему внушаете какие-то идеи. Несмотря ни на что, вместе вы неплохая команда. Либо эти карты могут говорить о том, что какой-то новый проект зависит от мужского лица в корне. Но дела ваши однозначно будут развиваться. То, что касается мужчин, вы сами проявите и инициативу, и характер, а женщинам все-таки помогает мужское лицо, но вы сами где-то как мужчина. Давайте посмотрим, что происходит с вашими финансами. На финансы выпала довольно-таки грустная карта, это 5 пентаклей. Это говорит о том, что кого-то из вас могут ждать большие расходы, что денег на что-то не хватает. Для кого-то это долги или кредиты. Может быть, кто-то должен деньги вам. Из-за этого, конечно, огорчение. То, что касается финансов, это на сегодняшний день
слабая сторона вашей жизни, хотя в работе многое развивается. По пятерке пентаклей, возможно, вы недополучаете каких-то денег, если ваши деньги напрямую зависят от рабочих процессов. Для тех, кто не работает вообще, вот у вас какое-то эмоциональное опустошение и из-за ближайшего окружения, и из-за того, что что-то не ладится. Для кого-то карты говорят о том, что деньги, очень много денег уходит на лечение. Вам постоянно приходится себя поддерживать, из-за этого также нервы. Еще, возможно, вы кому-то помогаете своими финансами, хотя вам самим где-то нужна поддержка. Давайте возьмем дополнительную карту. Семерка жезлов говорит о том, что деньги вам даются в борьбе, в какой-то обороне. Действительно, вы с кем-то конкурируете. В чем-то в работе вы отстаиваете свои права и свои интересы. А это говорит о том, что кто-то к вам может идти с какими-то претензиями. То есть враги однозначно есть, либо те люди, которые мешают вашему развитию. Может быть, даже это какие-то жизненные обстоятельства, которые вам приходится преодолевать для того, чтобы заработать, и показано, что заработок дается вам очень нелегко. Но все-таки заработать и выровнять ту ситуацию, проявив волю и характер, вы можете. То, что касается и тех, кто работает, и тех, кто не работает в том числе. Что происходит во внешнем мире? Во внешнем мире мы видим карту повешенного, снова старший аркан. Обратите внимание, что в центре расклада старший аркан и на внешний мир карта старшего аркана. Это говорит о том, что какие-то важные события в вашей жизни связаны со внешним миром. В чем-то у вас завис, застой, напряженное ожидание. Это ожидание может продлиться еще до месяца, полтора, а то и двух, в зависимости от того, чего вы ждете. Из-за чего-то вы чувствуете себя как будто бы жертвой, но эта карта прекрасна для тех, кто занимается саморазвитием, самопознанием, эзотерикой, но все же огорчение вас преследует. Девятка мечей говорит о том, что вы чувствуете себя болезненно из-за того, что что-то не получается. Слишком затянувшееся ожидание выводит вас из равновесия. Вы начинаете себя накручивать, в вашей голове какие-то страхи, вы раскручиваете свои фобии по спирали, тем самым еще больше притягивая к себе негатив. Возможно, кто-то рядом с вами может болеть из внешнего мира. Вы, может быть, за кого-то переживаете, и по этой карте я вижу, что вы себя вините в том, что, возможно, кому-то либо не можете помочь, либо не могли помочь ранее. Но эта карта говорит о том, что вы ни в чем не виноваты, не вините и не казните себя. Однозначно, с кем-то у вас не получается общение, из-за какого-то общения вы также можете огорчаться. В особенности вот это состояние подавленности вас настигает по вечерам, когда вы остаетесь один на один сам или сама с собой. Давайте посмотрим скрытые факторы этой недели, то есть то, что нужно учитывать уже сейчас. Карта старшего аркана силы, уже третий старший аркан в вашем раскладе, даже четвертый. А это говорит о том, что для многих эта неделя будет в чем-то важной и переломной, но в делах вам действительно нужно проявить силу, характер и волю. Какая-то старая проблема продолжает ходить по кругу, вам еще предстоит с ней бороться, но по итогу на ее разрешение просто понадобится время. Вокруг вас есть какие-то важные статусные люди. Вы человек очень общительный и коммуникабельный, и благодаря вашим и старым связям, и новым связям, которые могут образоваться уже в этом периоде, вы какую-то сложную старую ситуацию все-таки со временем сможете разрешить. Я вижу победу по итогу, но чтобы ваше дело завершилось успешно, еще понадобится какое-то время. Карты говорят о том, что пройдя какие-то испытания, преодолев трудности, вас ждет в жизни какой-то новый виток, какие-то обновления. Для кого-то из вас вот эта карта может говорить о прекрасном образовании, о желании учиться. Какая-то есть тяжесть из-за образования, но вы эту тяжесть преодолеете, и многие из вас получат дипломы и прекрасное образование. Для тех, кто ранее планировал какие-то дороги, они у вас не получались, либо не получаются сейчас, со временем эту проблему вы также сможете разрешить. Дороги какие-то для вас впоследствии откроются.
Давайте посмотрим, чем для вас завершится эта неделя, и на завершение этого периода для вас выпала карта Короля Пентаклей. По итогу этой недели вы должны быть довольны. Эта карта говорит о том, что к вам поступает прибыль. В особенности замечательная карта для мужчин тельцов. Это ваша персональная карта, и она вас показывает собственной персоной. Вот эти затруднения с финансами вы целиком и полностью сможете выровнять благодаря своему трудолюбию, своей практичности, прагматичности, умению просчитывать любые ситуации наперед. То есть вы показаны как хороший игрок в шахматной игре. Если говорить о женщинах, то ваши финансы могут зависеть от мужского лица. Либо от мужчины к вам могут идти какие-то деловые предложения, поддержка в работе, в любом случае у вас будет. И деньги также к вам поступают. Давайте рассмотрим карту основного совета. Что вам нужно в этом периоде знать? И мы видим карту двойки жезлов. Эта карта говорит о том, что какая-то двойственность в вашей душе будет оставаться. Это какие-то противоречия, из-за чего-то у вас сомнения. Возможно, вы стоите перед каким-то выбором равноценных шансов и вариантов. У вас благие намерения. Вы чистый человек. У вас благие помыслы. В прошлом карта говорит о том, что у вас уже были какие-то достижения. Вы многого смогли добиться в жизни, но на сегодняшний день вот вы стоите перед выбором того, как вам поступать дальше. Эта карта по-любому говорит о том, чтобы для того, чтобы развить какое-то дело, и, возможно, не одно, вам нужны финансы, а финансов не хватает. И вы думаете о помощи из внешнего мира, о каком-то хорошем, добром совете, но и также о финансовой помощи вы тоже думаете. Вам хотелось бы найти хорошего спонсора. Человека, который мог бы вам помочь разрешить ваши проблемы. Сама по себе эта карта говорит о том, что тот вопрос, который на сегодняшний день для вас важен, не разрешится в периоде этой недели. Поэтому настройтесь на то, что ситуация немножечко затягивается, что-то нужно подождать. И карты говорят о том, что не спешите с окончательным выбором. Возможно, у вас есть какой-то вариант, но будут еще и другие варианты, которые вы будете рассматривать. У каждого это что-то свое. У кого-то выбор в работе, у кого-то выбор дорог, у кого-то выбор в партнерстве рабочего характера либо личной жизни. Если говорить о личной жизни, то же самое. Эта карта говорит о том, что выбор еще у вас будет. Давайте посмотрим ответ на ваш вопрос, да или нет, долгожданный момент для многих. 8 жезлов, однозначно уверенная «да», это какая-то скорость движения, это ваша собственная инициативность, это ваши амбиции, и внешний мир отвечает вам такой же помощью и взаимодействием с вами. То есть вы находите союзников, нужных партнеров. Если вопрос касался каких-то дорог, дороги для вас будут удачными. Перемены, перелеты, переезды тоже будут для вас благотворными. Не закрывайтесь в себе, не уходите в себя, если что-то не получается. Как совет, эта карта говорит о том, чем больше вы будете проявлять социальную активность, тем быстрее вы получите желаемое. Эта карта говорит о том, что, возможно, даже то, что вы загадали, вы получите гораздо быстрее, чем вы думаете. Ну, прекрасно. Эта карта дает вам зеленый свет на любое начинание. Я не вижу препятствий. Давайте возьмем также еще 3 дополнительных карты. Что еще вам нужно знать в этом периоде? Информация общего характера и для женщин, и для мужчин. И обратите внимание, как символично выпадает карта сов. Эта карта также говорит о какой-то двойственности, сомнениях. Для кого-то эта карта может говорить о том, что вы полуношники, поздно ложитесь спать. Это какие-то поздние телефонные разговоры, смс-переписки и нервы. Ну, раз уж эта карта выпала на стол, так мы ее и оставим. Карта крыс, семерка треф. Нервы из-за каких-то потерь, прежде всего финансовых. Вы чувствуете, что рядом с вами очень много людей нахлебников и людей корыстных. И эти люди в вашем ближайшем окружении. Вот это печально. Почему? Потому что эти люди выпали прямо возле вашего дома. То есть это говорит о том, что и в доме какие-то расходы, и действительно могут быть какие-то кредитные ситуации, либо на что-то финансов попросту может не хватать.
вы чувствуете себя немножечко как выкрученными, потому что постоянно из вас кто-то тянет энергию, кто-то пытается жить за ваш счет. Карта совета для женщин. Для вас выпала карта тучи. Эта карта говорит о том, что ваши проблемы как пришли, так и уйдут. Но по этой карте вы не в силах что-то поменять. Вот та ситуация, которая для вас на сегодняшний день самая важная, по этой карте это внешние факторы, давлеющие над вами. Это люди, это какие-то обстоятельства. Это также какие-то сплетни и возможные помехи со стороны других людей. Давайте для женщин возьмем все-таки еще одну карту. Карта древа говорит о том, что кто-то вас поддержит из вашей семьи. В конечном итоге что-то важное для вас будет налаживаться. Если у кого-то были проблемы со здоровьем, то здоровье также будет налаживаться и у вас, и у ваших близких. Карта совета для мужчин-тельцов. И здесь мы видим карту клевера, карта удачи, карта замечательная. Она говорит о том, что в вашем случае многое будет разрешаться произвольным путем. В вашу жизнь входят какие-то новые люди, нужные партнеры и нужные друзья. Удача идет к вашему дому. Что-то вы благодаря каким-то деньгам, новому общению, возможностям, которые у вас появляются, можете что-то и поправить в доме. Возможно, это какой-то ремонт, покупки, обновки, все то, что вас порадует. Для кого-то из мужчин эта карта говорит о живом заработке, о живых деньгах. Вас могут в ближайшее время посетить ваши друзья, и что-то вместе в вашем же доме вы будете обсуждать. Еще одна карта для мужчин говорит о том, что несмотря ни на что, очень много в вашей жизни также зависит еще от какой-то женщины и от ее решительных действий. Какая-то женщина для вас выпадает как удача. И, скорее всего, не одна дама будет помогать вам что-то решить. Для тех, кто ищет новую любовь, наслаждения, новые эмоции. Для мужчин карты говорят о том, что женским вниманием обделены вы не будете. Это встречи, свидания, это интим, это отношения, ни к чему не обязывающие и в то же время развивающиеся. Уважаемые тельцы, таким был для вас расклад на период с 14 по 20 сентября включительно. Всем хорошего настроения, всем позитива и удачи. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не успел подписаться. Нажимайте пальчиком на колокольчик для того, чтобы не пропустить следующие видео. Пишите в обратных сообщениях, для кого, как этот расклад проигрался. А я не прощаюсь с вами, я говорю вам до новых встреч, до следующих видео.